Здравствуйте, друзья! Мы приезжаем в такую комьюнити в городе Discovery Bay. Видите, тут на входе у нас пограничники местные. Мы должны отметиться, что едем на Open House. Тут все такое закрытое, видите? И вот если вы посмотрите на мой сотовый, вот вы видите налево, мы сейчас поедем немножко прямо, а потом повернем налево, и это будет такая новая комьюнити. Здесь озерца. И вот вокруг этих озерцов, которые искусственный характер носят, здесь современное строительство большое. To see the houses open, you have models? Yes. Ну что же, друзья, вот мы едем красиво. Ну что, проезжаем. Ой, и направо красиво. Тут со всех сторон красиво. Мне больше нравится даже. Недаром, друзья, заборчиком-то все закрыли. От простого народа, да. Так, мне кажется, что вот здесь налево надо взять. Да, мозаик вот налево. Вот, налево. 8 домов. Да. Вот, да, комплекс называется «Мозаик». Там еще есть, да. Но вот здесь вот 8 новых моделей. То есть это models, видите, написано models open. То есть 8 домов, которые представляют собой разные дизайны. Все это тебе нравится, расскажи. Мне нравится уже, что видишь, 2 одноэтажных домика. Вот эти? Да. Нет второго этажа? Да, я не люблю второй этаж. Но опять, это мое личное, потому что... Ну, с возрастом ты уже думаешь о том, как ты будешь там двигаться. Интересно, можно ли тут купаться в этих озерах? Это тоже вот интересно. Я святочно сомневаюсь. А может быть, у них есть комьюнити пул какой-нибудь? Мы ничего не знаем. Но вот то, куда мы пришли, называется Information Center. А, вон там парковочка-то, вот она там сзади. И, наверное, здесь расскажут, какие есть планы и куда можно пойти на них посмотреть. Вот тут внутри, видите, картинки. У них очень-очень много разных комплексов. Тут 3 с лишним мили разных комплексов, 3 озера. И тут и с баскетболом, и с гольфом, и бог знает с чем. Когда мы спросили, какой демографический профиль тех, кто покупает, говорят, это ребята, которым там до 30, после 30, до 40. И они работают в IT, и это и пожарники, и полицейские. То есть такой средний класс. Очень многие из Кремниевой долины. И 4 плана можно посмотреть прямо здесь за углом, а еще 4 у них есть, но это надо там за углом куда-то свернуть, проехать и так далее. Мы сейчас посмотрим 4 здесь. Агентство сидит вот тут, можно сказать, в гараже. Это у них просто переоборудованный гараж. А вот первый дом, первый образец. Вот они говорят, значит, жилище номер 1, примерно там где-то 230 квадратных метров, 240, 3 спальни, 2,5 туалета. Вот мы зашли, тут у нас такое место, просторное. Так, ну пойдем налево, ладно, пойдем налево, тут прям так сразу сходу слева у нас тут такое местечко, спальня. Сколько стоит? Есть цена? Копейки. Цена какая? Ну, взрослая. Спальня. Спальня. Так. Шкаф. Туалет. Туалет. Света говорит, может там купить что-нибудь тут такое? Я говорю, не спеши, что ты. Мы же только смотрим, мы другим людям показываем. Это не повод сейчас все покупать. То что. Так. Значит, идем. Нет, Петик. Сколько? 584 тысячи. Так. Тут народу тьма нищая. Ну, давайте мы посмотрим. Какая-то невероятных размеров группа китайцев. Я не знаю, наверное, экскурсия, что ли, какая-нибудь из Китая. Так. Довольно просторно здесь. Тут, наверное, должен был бы быть гараж с той стороны. Но в гараже у нас риэлторы сидят, мы поняли. Так, идем дальше. Вот основное помещение. Open space такой. Участки у них примерно у всех по 6 соток. Вот. Очень мило. Я бы сказал, что очень мило. Так, давайте глянем, что там за спиной у меня было. Так. Тут туалет. Ну, давайте заглянем в туалет. Вроде я хотел передать вам привет.
из Кремниевой долины. Так, идем туда. Хорошо так, плиточка, карпет. Вот, довольно просторный такой мастер-бедрум. То есть там у нас туалет вот здесь, без двери. Знаете, так, как так вот заходишь, прям вот на тебе туалет. Вот тебе туалет, вот тебе душ. Вы знаете, из дешевки такой, конечно, сделано. Вот это вот просто такая пластиночка. Да, дешево. Тут все довольно дешево. Материалы все очень скромненькие. Но, тем не менее, вид неплохой. Вот здесь walk-in closet, пожалуйста. Гардеробная, да, так мы по-русски скажем. Так. Зрители меня обучают языку современному русскому. Так. Уже помещичьи дома, друзья, прошли мимо нас. Оказывается, walk-in closet, Толик, это гардеробная. А так вот, слово-то вроде знакомое, но как-то не употребляешь его в правильном смысле. Вот, думаешь, это все у помещиков, а сейчас это у простых людей. Это, конечно, island или остров в Светином вкусе. Видите, он с раковиной. Она любит это дело. Он прямо возле холодильника. Обратите внимание, вот тебе водичка, вот тебе холодильник. Света, конечно, любит, чтобы тут же и плита была. Ну, плита у нас вот тут немножко в стороне. Возле плиты нет никакого умывальничка. Надо сказать, что здесь умывальничек вообще всего один. И тот на айленде. Я понял, их тут не два, а всего один. Ну, Света, иди оцени кухоньку. Иди сюда быстренько. Сейчас нам Светлана скажет, что она думает за эту кухню. Но места здесь много. Тут же у нас дайнинг такой небольшой. Тут же и покушали. Вот видите, Света осматривает хозяйским глазом. Света дает точные, беспощадные характеристики. Света, скажи правду беспощадно. Ну, ты знаешь что, для такого скромного дома, да, здесь очень все прилично. И, конечно, тут нету двух умывальников, та-та-та-та-та-та, но здесь есть один на айленде, и тут ты можешь готовить. Конечно, его правильно сюда повернуть. Но, да, с другой стороны, тоже ничего. Ты можешь тут готовить и сюда вот к плите к этой ходить. Потрясающе маленькое место, типа маленького-маленького офиса, да, небольшое, но тут тебе тут и компьютер, и тут у тебя интернет, и трали-вали, вот такой малюсенький как бы офисочек. И на они, наверное, не знали, куда деть 75 сантиметров от этого места. Да, и очень решили... симпатично встроили маленький такой офис. Посмотри на эту вешалку, очень удобно. Вообще, я тебе хочу сказать так, что из недорогих домов, да, он сделал, они выжили из него то, что могли. Еще раз, выжили. Дом до 600 тысяч, да? Да. А мне нравятся кабинеты. Уже стали делать, видишь, такие... Красиво. Совсем не то, что там просто какой-то просто. Да, современно. Замочки, конечно, скромненькие. Все внутри. Все стеклянное. Внутри все скромное. Как-то подороже немножечко отделка. Да? Да. Очень много это строй... все апгрейд, я думаю. Слышишь, это, наверное... Очень много встроенной мебели. Ну, наверное, это тоже в модельном доме. Это дешевка жуткая. Ну, дешевка, не дешевка, но она мэчает кабинеты, потому что если, например, ее не будет, ведь это будет пустое место, оно будет как-то из-за того, что-то поставишь. Да, там для венца, да? Для венца холодильничек вот специально. Значит, тут вот говорили про апгрейд. Друзья, смысл этих слов в том, что когда вы видите модель, это не обязательно самая дешевая модель. Дело в том, что отделка внутри может быть кастомизирована, может быть приспособлена под вашу спецификацию. И это может, допустим, если базовая модель 580 тысяч, то вы можете ее довести и до 720 тоже, если захотите что-нибудь такое тут придумать. Но очень симпатично. Выход на улицу, друзья, перекрыт, так, чтобы люди не ходили. Но вы видите, что там есть какое-то количество землицы, там чуть-чуть травки, ну не бог весть там чего. И вот там за забором уже какие-то чужие дома.